терапевта Галина Васильевна. Сегодняшняя наша встреча проходит в Гайдаровском зале Культурного центра семейного чтения и досуга имени Гайдара. И вы, наверное, видите само утверждение. Передо мной на столе замечательные труды Аркадия Петровича, посвященные детям. Хотелось бы поговорить с вами вот на какую тему. Считаю творчество Аркадия Петровича очень важным в наше время. Нам очень не хватает его сегодня. Его уверенности в себе в завтрашнем дне, его правильных, грамотных идей, его веры в нашу и молодежь в целом. Очень хотелось бы, чтобы об Аркадии Петровиче говорили больше в наше время. Это будет очень даже не лишним. Взять хотя бы даже всем известное произведение Аркадия Петровича «Горячий камень». Не случайно именно с этого произведения я начинаю каждый год занятия в Курском литературном лицее, директором которого теперь я являюсь. Дело в том, что это не просто интересное произведение, учащее добру, взаимопомощи, уважению, состраданию. Это еще и глубоко философское произведение. У нас в наше время современные Ивашки Шишкины тоже способны на сострадание, безусловно. И вот узнать, кому бы современный Ивашка отдал камень, если бы нашел его, и каким образом он бы преподнес его, так же, как и Ивашка Шишкин, или, может быть, выбрали какие-то другие способы. Ивашка, он, конечно, своим трудом закатил камень на гору. Как бы подошли к этому вопросу современные ребята? Интересный вопрос. Рекомендую для учителей задать своим современным Ивашкам такой вопрос. И, может быть, даже сделать темой сочинения. Еще одно замечательное произведение Тимур и его команды. Почему хочу сказать о нем? Бытует мнение, что наша молодежь стала более сухой, более равнодушной, не очень-то желают слушать мнение старших и, в общем-то, не очень активно реагируют на нужды старших, порой даже неучтенных людей. Это не так. Пусть у нас нет пионеров и комсомольцев теперь, но у нас появилось новое веяние – это волонтеры. Почему бы нам не назвать их тимурцами? Я считаю, что это очень даже правильно. Это потомки того самого Тимура и его команды. Да, у них немножко другое мнение о жизни, но это правильно, ведь эпоха другая. На дворе другой век. Ну вот еще один вопрос, который мы поднимали с ребятами и на занятиях, и на ток-шоу, которое состоялось совсем недавно. Это что было бы, если бы Аркадий Петрович Гайдар вдруг родился не тогда, а вот в наше время? Кем бы он мог стать? Ребята выдвинули несколько предложений интересных, какие бы мы должности могли рекомендовать для Аркадия Петровича. Получается, что он был бы востребован везде. И даже предположили, что он мог бы стать президентом. Но некоторые посчитали Аркадия Петровича человеком скромным, который, скорее всего, отказался бы от такой должности. Ну, хотя бы мог стать либо советником при президенте, ну, либо возглавить кабинет министров. Ну, или быть кем-то из наших министров. Скажем, министром внутренних дел. С его дипломатичностью, с его рассудительностью, с его любовью к людям, любовью к детям. Но, скорее всего, мы пришли к выводу, что, наверное, Аркадий Петрович бы работал с детьми. Были бы это кадеты, студенты, или это была бы система дополнительного образования, это другой вопрос. Мы могли бы сделать отдельное ток-шоу по этому поводу. Но самое главное,
что Аркадий Петрович заставил нас задуматься о том, что мы хотели бы видеть его среди нас. Сколько еще интересного и важного этот человек мог бы сделать для страны в любое время, в свое ли, в наше. Жизнь его, конечно, была слишком короткой. У него были огромные планы. Для меня, например, самый трогательный момент в том, что Аркадий Петрович хотел продолжить Тимура и его команду. А теперь многие мои студенты хотели бы, наверное, эту тему тоже продолжить. И даже задавали вопросы, а имеем ли мы право тревожить наследие великого земляка? Я думаю, можем. Есть такая литературная форма сейчас. И она, конечно, довольно спорная. Сложно продолжать произведения, тем более великих авторов. Но почему бы и нет? Если мы любим Аркадия Петровича, если мы любим его творчество, если нам его сейчас очень не хватает, и хотелось бы чаще говорить о нем, почему бы не продолжить, не попробовать продолжить его произведения? Вот такие интересные вопросы мы решаем на заседаниях литературного лицея. К нам приходят наши выпускники. Дело в том, что в период пандемии, конечно, мы не можем собирать большие аудитории, но я выражаю такое мнение своего и своих студентов, что со временем, когда в стране все уладится, включая эпидемиологическую ситуацию, тогда мы сможем собирать большие залы, аудиторию из разных возрастных категорий и услышать мнение ребят и школьников, и, может быть, даже ребятишек детского сада, и, конечно, товарищей взрослых. Все должны помнить об Аркадии Петровиче и его замечательных произведениях. Читайте, дорогие мои, читайте, вспоминайте, и будем встречаться. Спасибо за внимание.